18 августа, в день рождения любимого города, в прямом эфире национальной телерадиокомпании «Чувашия». В 9 утра утренняя зарядка со звездой сериала «Счастливо вместе» Виктором Логиновым. 11 часов – детский праздник «Чебоксары. Город детства». 18 часов – грандиозный концерт звезд российской и чувашской эстрады. И завершит вечер фейерверк. Проведите праздник вместе с национальным телевидением «Чувашия».